Привет! Сегодня предлагаю вам рецепт творожных куличей. Без дрожжей, без расстойки теста, очень простых, все смешал и отправил в духовку. Они получаются очень вкусными, нежными, влажными. Готовятся они очень просто и очень быстро. Посмотрите, какие они получаются воздушные. Настоящий десерт и минимум вашего потраченного времени. Отправляем в миску 2 яйца. Добавляем сахар, ванильный сахар. И взбиваем погружным блендером до пышной пенки буквально 1-2 минутки. Вот так масса посветлела и стала более пышной. Теперь добавляем творог жирностью не менее 5%. Хорошо пробиваем творог блендером, чтобы убрать крупинки. Можно помочь себе силиконовой лопаточкой и собрать с краев миски кусочки творога и сахара. Далее добавляем пару ложек жирной сметаны, у меня 20%, и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешиваем. Теперь добавим щепотку соли для баланса вкуса и просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Перемешиваем муку с остальными ингредиентами до полной однородности. Если справляется блендер, можно блендером. Если блендер уже не справляется, можно просто домешать обычной ложкой. Собираем все тесто по краям миски, чтобы у нас получилась абсолютно однородная масса. В готовое тесто добавляем промытый просушенный изюм и перемешиваем. В итоге получается вот такое достаточно густое, но очень липкое тесто, полностью однородное. Я буду выпекать вот в таких вот маленьких формочках диаметром 6 см и высотой 9 см. Данного количества теста хватит на 5 таких формочек. Выкладываем тесто в формочки на 3 четверти, немного не доходя до края, чтобы тесту было куда подниматься. Вот так получается. Старайтесь, чтобы сверху не было много изюма, иначе он подгорит. Переставляем наши формы на противень, отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут в зависимости от того, как печет ваша духовка. Куличики должны подняться красивыми шапочками, подзолотиться и быть полностью пропеченными. И, конечно, регулируйте время выпечки в зависимости от размера формы. Когда куличи уже полностью остыли, покрываем их любой глазурью, которая вам больше нравится. Сегодня у меня самая простая глазурь, которая состоит всего из 2 ингредиентов и готовится за 1 минуту. Без яичных белков, без взбивания. Глазурь на основе сухого молока или сливок и сахарной пудры. Можете посмотреть подробный короткий ролик на моем канале. Украшаем куличи на свое усмотрение. У меня это цветная посыпка. Вот такие красивые, быстрые куличики у меня получились. На моем канале также есть рецепт простого, быстрого, дрожжевого кулича. Обязательно посмотрите, если интересно. Я благодарна вам за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть другие хорошие рецепты. И пусть будет вкусно вам!